Православный календарь. Седмица 29 по Пятидесятнице. Рождественский пост. 26 декабря. Понедельник. День мучеников. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ареста. Двадцать седьмое декабря, вторник, день мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Двадцать восьмое декабря, среда, собор крымских святых. Двадцать девятое декабря, четверг, день пророка Агея. 30 декабря, пятница, день пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. 31 декабря, суббота, день святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. 1 января, воскресенье, день преподобного Ильи Муромца Печерского. 2 Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!